Анна Некрылова изучает культуру и искусство, а помогает ей в этом мама-физик. Вместе они исследуют химический состав красок на картинах Леонардо да Винчи и вероятность случайного выигрыша. Эти и другие свои разработки Анна представила на суд жюри программы «Взлет». Я планирую поступать в педагогический университет. Думаю, удостоверение члена губернаторского реестра мне поможет занять определенные позиции. Участники представили более 1000 исследовательских проектов по биологии, физике, медицине и другим научным отраслям. Было много предложений по строительству и компьютерным разработкам. 18 человек стали победителями и попали в губернаторский реестр. Они получат поддержку своих научных работ, уже будучи студентами тех вузов, которые помогали разрабатывать им свои проекты. Кроме того, что вы получаете возможность общаться с настоящими учеными, получаете возможность входить в культуру, среду вузовской науки, вы еще получаете возможность материального стимулирования и вознаграждения за свой замечательный труд. Областная программа «Взлет» действует третий год. В ней участвуют школьники старших классов вместе со своими учителями и преподавателями вузов. В этом году в программе объединились 13 самарских высших учебных заведений. Это все велось с использованием специально разработанной информационной системы. Она позволила стереть территориальные рамки и социальные, экономические рамки. То есть в них мог участвовать и участвовал любой достаточно мотивированный школьник. Настойчивость, сообразительность и увлеченность – эти качества объединяют всех участников программы «Взлет». Организаторы надеются, что именно эти ребята, благодаря поддержке областных властей, внесут большой вклад в развитие экономики и производства региона. Олеся Корецкая, Максим Гусев, «События».